Всех приветствую, мы на канале Полтора Хоккеиста, и сегодня у нас челлендж на 100 тысяч рублей. Поехал, в кассу положу. Ребят, суть челленджа очень проста. Каждый из нас кинулся по 50 тысяч рублей, и у нас есть 30 попыток, чтобы забросить максимальное количество шайб вон в то черное ведерко. Кто больше всего забросит из 30 попыток шайб, тот и забирает 100 штук. Вообще, я копил на новую плюшку. Полтора хоккеиста. Поехали! В лес за орехами, да? А, хорошо, да? Давай. Да, потенциал есть. Ай-яй-яй. Криво как. Я растерялся. Перед камерами волнуешься. Почти. А, клюшка сломалась, похоже. Ой-ой-ой. Аккуратно. Сейчас, мне надо чуть-чуть взять. Я возьму эти ворота. О, я в другое попал. Ведро слишком маленькое. Наверное. Ой, хорошо. Было, было, было. Нет, куда вылетело? Я тогда тоже... Ой, хорошо. Блин, я понял, по-моему, та сторона стрелябельнее. Зря я ее отдал. О, рюкзак попал. О, пошел! Ой. Блин, это капец сложное задание. Да, зашла! Кого зашла? Она вылетела. Не зашла, но там близко было. Давай дальше. Давай. Поехала, родная. Чувствую, с победителем мы сегодня определились. Победа была близка. Я уже пристрелялся. Я чувствую, что я архангелом стал в этой игре. Я архангел. А я уже, знаешь, думаю, куда я потрачу свою соточку. Думаю, сначала тебя свожу в столовую пожрать. А так потом, может быть, плюшку себе куплю. Новую жизнь начну. Ой, блин, какой-то такой. 3-0. Позабил. Это уже хорошо. Ох ты ж, блин. Ну что, 3-1, еще не все у тебя потеряно. Но осталось не так много шайб. Три попыточки. По три попыточки. Три последние. Ребята, поставьте лайк, поставьте на паузу и напишите, кто выиграет. Я верю в себя. Сейчас я эти три цель прямо. А у нас 3-1. Сейчас будет 4-3 концовка. Я разыгрался, я почувствовал. Так, поставь. Бля. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, тебе уже меня не догнать. У меня последняя попытка. Давай, если я это забью, то 5 шайб ты мне даешь. Давай, какие 5 шайб, давай. Есть, забил. Все, я беру свою соточку и отправляюсь отдыхать в столовую. Я эти деньги взял у криминального авторитета, поэтому... Теперь это Ванины деньги. Собирай шайбы, Федь. Пошел в жопу. Полтора хоккеиста. Это был очень крутой опыт.
я получил по заслугам, потому что я не тренируюсь дома с шайбочкой, а надо тренироваться, для меня это будет уроком, поэтому я не расстраиваюсь, буду тренироваться дома. Если меня будет нормально Ваня тренировать, а не специально, чтобы я каждый раз по 50 тысяч рублей терял. Ладно, ничего страшного. Трус не играет в хоккей, а тем более не участвует в челленджах. А мы будем участвовать и продолжать до конца. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Я поехал в столовую их тратить. Съем за вас пончик, кто за меня болел. Всем хорошего настроения. Полтора хоккеиста.